Приветствую вас, дорогие друзья! Вы снова на канале Халяль Рум. Ну вот, настал тыквенный сезон, и у меня для вас есть отличный рецепт. Оп! Смотрите, какая у меня красотка! Сейчас я вам расскажу, как вкусно запечь куриную грудку со сливками в тыкве. Заранее куриную грудку очищаем от прожилок и пленочек. Нарезаем мясо средним кубиком. Тыкву тщательно помыли и срезаем верхушку хвостиком. С помощью столовой ложки удаляем тыквенные семечки и все внутренности, они нам не понадобятся. Измельчаем лук мелким кубиком. Рекомендую добавить картофель. Добавляем два вида масла – оливковое и сливочное. Раздавливаем чеснок ножом и добавляем с веточкой розмарина в масло. Высыпаем лук в сковороду, убираем чеснок и розмарин и оставляем пассероваться до полупрозрачности. Выкладываем мясо в сковороду и хорошо перемешиваем. Наше мясо прихватилось, присыпаем куркумой, солью и перцем. И все хорошо перемешиваем. Как же красиво все-таки куркума меняет цвет блюда. Вливаем сливки и воду один к одному. Добавляем тертый сыр и все хорошо перемешиваем. Рекомендую тыкву дополнительно замотать в фольгу, так она лучше пропечется. В тыкву засыпаем картофель, а затем добавляем курицу со сливками. Закрываем крышку и хорошо заматываем тыкву фольгой. И отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Проверим тыкву на готовность острой бамбуковой палочкой. Готово? Какой же все-таки аромат! Подготовим очень простой салат для подачи. Убираем все ненужное с помидора и нарезаем его кубиком. Красный лук мелко измельчаем. Добавляем немножко чеснока. Присыпаем солью, перцем. Вливаем масло и хорошо перемешиваем. Вкусный и простой салат готов. Приступаем к подаче. Выкладываем на тарелку мясо с курицей. Затем немного салата и приступаем пробовать. Безумно вкусно!